Всем привет! И сегодня я буду рассказывать вам про лекции, которые были у нас на Лига-форуме. Давайте начнем с первой лекции. Она была на моем трекере «Пространство открытий». Кстати, «Пространство открытий» — это трекер, который создан для студентов, которым заходит очень участвовать в различных конференциях, конкурсах на гранты, в общем, все для меня. Итак, к нам приезжала девушка, которая... Я, кстати, не помню ничьи имена. Ну, в общем, к нам приезжала девушка, которая является модератором научных встреч. Туда приезжали Саватеев, Штерн и другие ученые, которые на данный момент являются научными сотрудниками РАН, ректорами вузов. В общем, гениальные люди нашего времени. Она рассказывала, что там на этих встречах можно работать волонтерами, в подарок вам будет выдан мерч, а также ужин с каким-нибудь из ученых. Это все очень классно, но, к сожалению, это все только в Республике Татарстан. Вторая девушка к нам пришла, она даже не девушка, да, женщина. Она приехала к нам с лекцией «Вакцина для речи». На примере фильма «Планета обезьян» или «Восстание обезьян», точное название фильма я не помню, она нам рассказывала про то, что язык, речь и интеллект — это три взаимосвязанных структуры. И мы должны развивать нашу речь, мы должны больше читать, больше разговаривать, больше писать. И вообще нам нужно учиться. И третья лекция. К нам приезжал мужчина с лекцией «История, диалог между прошлым и будущим». Мне эта лекция очень понравилась. Он, например, рассказывал нам, почему же наши предки очень любят СССР. На самом деле все потому, что люди могли видеть, как же там круто. То есть детям там показывали поля, леса, что в СССР все было. Я надеюсь, что это все правда. Я на самом деле там не жила и точно сказать не могу. Но, в общем, это была очень интересная лекция. На общих лекциях нам рассказывали про манипуляции, как вообще бороться с манипуляциями, если кто-то вам что-то там говорит. На самом деле, вот мне сразу вспомнился случай, когда я отказалась у своего знакомого покупать прослушивание на свои треки. Он начал писать, что, мол, ты не развиваешься, ты отстаешь в развитии, тебе нужно больше развиваться. Не то, что мне... Вот. Мне было очень сильно обидно. Но я поняла, что это манипуляция. Еще что хочу сказать. К нам приезжала девушка также с лекцией. Она просто рассказывала про СПО, почему выпускники колледжей больше котируются, чем выпускники вузов. Вот такая вот мотивация учиться. Чичка, я тебя люблю. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока!